В выступлении ведущего семинара первого заместителя начальника Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Владимира Кузнецова четко прослеживалась главная мысль. Все, что создается для детей, должно быть в первую очередь безопасным. Сотрудниками Госадминтехнадзора области проведены инспекции во всех городах Подмосковья. Есть такие, на кого можно равняться, к примеру, Домодедово, Коломна, Электросталь, Реутов. Но еще достаточно мест, где много нарушений. Это Рошаль, Кашира, Орехово, Зуево. Ленинский район не был указан ни в списке лучших, ни среди худших. Основными нарушениями, в ходе которые были выявлены нашими инспекторами при осмотрах детских площадок, ненадлежащее состояние содержания прилегающей территории самих детских площадок, это покрытие, многочисленное наличие различных камней, кирпича, острых элементов, торчащих из земли. Кроме того, среди нарушений – наличие сухостоя на территориях площадок, ненадлежащее состояние элементов детского игрового оборудования, небезопасные качели, горки. Кузнецов призвал слушателей к тому, чтобы в нашем регионе никогда не прозвучал термин «площадка-убийца». И это в силах тех, кто занимается данным вопросом. Далее участники семинара смогли посмотреть детские площадки Реутова. Но нам важна безопасность игровых зон Ленинского района, поэтому мы отправились в Видное. Начальник 25-го отдела Госадминтехнадзора Игорь Винокуров сказал, что более половины детских площадок, а их в районе всего порядка 200, начиная с этой весны, проверены. По выявленным нарушениям составлены протоколы. Теперь городское поселение Видное после нашей проверки заключило дополнительный контракт на обслуживание уже этих детских площадок. Просто сама жизнь заставила прийти к этому контракту, потому что никто не обслуживает. Управляющая компания может каждую весну покрасить, чтобы они были. И это так было каждый год. А с этого года, после наших проверки весенней, уже заключен контракт. И теперь, если в случае какой-то травмы опасной мы выявляем, мы сразу же на месте это и устраняем. Главную же оценку детским площадкам могут дать родители. Так жительница Видного Лилия сказала. Мы пришли вот сюда с нашими детками погулять. А так как на Строительной 31 улице у нас площадки вообще в принципе никакой нету. Здесь самая более-менее ничего площадка. Конечно, есть минусы. Это вот штырь очень опасный стоит. Также есть углы такие вот опасные тоже с гвоздями. Есть надежда, что совместными усилиями инспектирующих органов, администрации и неравнодушных родителей порядок на детских площадках Видного будет наведен. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.